сегодня у нас не совсем вот эти вот плохие новости. Сегодня у нас такая, знаете, хорошая новость. Я бы сказал, так сказать, TikTok Digest Black Rush. И давайте вот все это как раз таки тут и обсудим. На хэштеге Black Rush в TikTok количество просмотров превысило 50 миллионов. А самое популярное видео на проекте собрало 1,5 миллиона просмотров. То есть 1,5 миллиона просмотров. На самом деле эти хэштеги в TikTok это полное говно. Потому что у меня у самого, кстати, есть TikTok. Не подписывайтесь, это, так сказать, для ценителей искусства. Те, кто захотят, те найдут, тем выпадет в рекомендациях, те там сделают все прочие вещи. И когда ты публикуешь видео и нужно поставить какие-то хэштеги и сделать там все вот это вот прочее, то те хэштеги самому рекомендуются. Некоторые ставят хэштеги, чтобы вы понимали, даже не связанные вообще с роликом. И если, допустим, на ролике хэштег Black Rush, это еще не значит, что там что-то будет про Black Rush. Может быть, там просто баба, я там не знаю, жопой трясет своей в камеру, типа, ну это классно, это лайк, это я вообще уважаю, все замечательно. Но там стоит хэштег Black Rush, и типа просмотры общие вот во всю эту копилочку они набираются, и получается так. Однако я не знаю, что там за видос. Давайте я даже сейчас зайду в TikTok, наверное, до скринкаст не буду делать того, там что вообще происходит и вообще что творится со всем этим. Но в целом интересно посмотреть, какие там ролики снимают под всем этим хэштегом Black Rush, потому что вот лично мне, возможно, это какое-то там, я не знаю, специально все. Кстати, 67 уже миллионов просмотров. И тут, слушайте, я зашел, а тут реально есть ролики по Black Rush. И это, я думал, чё, серьёзно? Я думал, тут просто, типа, знаете, бабы какие. Хотя есть вот бабы. Вон есть... А, нет, тут все равно бабы есть во все вот это вот Black Rush в хэштеге. Но видосы все равно по КРМП. И это прям... Это очень странно, потому что я думал, что эти хэштеги ставят лишь бы там, знаете, был какой-то хэштег, и человек пришел. Но сейчас я смотрю самые популярные видосы. Если промотать в самый низ, вот, наверное, я что-то да и найду такое отстраненное от всего этого. Так, ну, я не знаю, я просто промотал уже максимально, и все ролики по Black Rush. Я не знаю, как это вообще происходит, кто такой хэштег запустил, возможно, что там, я не знаю, пиар-менеджер или вроде того, или там какой-то отдел, может быть, по маркетингу, он такой, типа, о, а давайте сделаем хэштег Black Rush вообще во всем этом ТикТоке, чтобы все было замечательно, и чуваки такие, а давайте, и запустили, и люди такие, о, я снимаю, как катаюсь на машинке по Black Rush, в Black Rush, и все вот это прочее делаю, давай-ка я поставлю хэштег Black Rush, и все, и ставит, и такой, типа, о, это же Black Rush, это же хэштег, это же все хорошо, это же все замечательно. Вроде того. Возможно, это происходит как-то немного по-другому. Но я не знаю, я просто был удивлен. В самом деле, я сейчас зашел буквально, я не знаю, там, возможно, минуты две назад, три. И там реально, там ролики чисто по КРМП, чисто по Black Rush. Я охреневаю со всего этого. Как такое возможно? Кто вообще все это запустил? И я не знаю, но в самом деле это прям вот, я поражен с того, что вот нечто подобное происходит вообще в GTA КРМП и вот. И, кстати, в комментариях тоже некоторые заметили, что могут быть под этим хэштегом не только видео по игре, но я сейчас зашел, в самом деле, вот с таким же предположением, и оказывается, что там видосы по игре. Как это происходит, как это все работает, потому что даже Сбербанк, когда запускает какую-то свою там вот эту вот рекламную кампанию или там любой другой бренд, то у него там миллиард видосов просто, в которых там бабы, что-нибудь, или не только бабы, мужики могут, там, мальчики, мужчин, ну, в общем-то, вы понимаете, мужчины, там, все вот эти прочие, то есть они тоже какое-то говно записывают под звук из ТикТока и ставят хэштег, там, я не знаю, Сберплей, Сберпей, все прочее, то есть это очень странная вещь, и как-то на все это уповать, как-то вот говорить, что вот, у нас там вот столько миллионов просмотров, хотя я сейчас зашел, и там реально одни только лишь видосы по игре. Если мне не будет лень, то я до этого или вот прямо сейчас уже все это прикреплял, где я листаю весь вот этот вот хэштег Black Rush, и там все, в общем-то, все видосы по игре. Я удивлен. Я не думал, что такое может быть, но, видимо, по всей видимости, такое в самом деле может быть. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Black Rush, это 11 сервер Indigo. Заходите, тут есть мой промокод хэштег ZDS, также есть мой никнейм Данила КПРФ. Вводите все эти вещи на Black Rush, то есть никнейм при регистрации, промокод при, когда вы уже там знаете на самой игре, вот это вот там все делаете. Сами, наверное, все это прекраснейшим образом понимаете, что я вам тут объясняю. Новое видео выйдет завтра в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше, как пойдет. Вы там сами за всем этим можете проследить, проконтролировать, и вообще всем спасибо за просмотр, всем пока и до свидания, наверное, или нет.